Приветствую вас, друзья. Ритуал, который я вам сейчас продемонстрирую, называется «Заговор на получение денег». Его нужно проводить в полнолуние. Вечером, после захода солнца, возьмите несколько монет любого достоинства и подойдите с ними, встаньте возле окна. Затем, держа монеты в ладони, вот в направлении окна, прочтите на них этот заговор. Серебряная луна, принеси в мой дом серебра, серебра и злата, чтобы стал я богатым, истинно. И нужно после этого оставить монеты на подоконнике, чтобы они там были до утра. Утром на рассвете возьмите их и прикопайте в горшке своего любимого цветка. Прикопайте, просто воткните их в землю. И при этом нужно произносить тот же самый заговор. После этого нужно очень тщательно ухаживать за этим цветком. Ритуал набирает силу в течение одной луны, то есть в течение 28 суток. По мере того, как ваш цветок будет крепнуть и расти, будет наполняться силой ваша деловая сфера. То есть будут создаваться нужные ситуации, будут благоприятные обстоятельства. Старайтесь это не пропускать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачи, счастья, процветания и до новых встреч.